На конкурс дети читают стихи. Самсонова Юля, 4 года. Стихотворение «Деньки стоят погожие». Михаил Плецковский. Деньки стоят погожие, на праздники похожи. А мне бесовство топлет, веселые и добрые. Все леки разливаюсь, пушки раскрываюсь. Ушла зима со стужень, сугробы стали лужами. Покинув сланы южные, вернулись птицы дружные. На каждой ветке стволушки, дать и чистить перышки. Пришла пора весенняя, пришла пора цветения. Из нас на стороне у всех людей весенняя.